Да, будем. Печеньку. Да, хорошо, я тебе дам, не надо ничего покупать. Мы в гильдии, и я вам не торгую никакой хуйней. Голду закинуть в ГБ, конечно, можно, но... Так, я тебе печеньку дам, что мне жалко, что ли? Сейчас пошел чай. Пожалуйста, стоит. А. А, ну все тогда. Просто молчит. Что там? Вы подошли уже, да, все? Что до хуя я уже не буду. Давайте, я вам так скажу. Вот эта часть, вот это все хуйня. Че, пошли. Сколько вы там убили мобов? Сейчас я квест возьму. Сейчас мы туда сразу пойдем. Вы идете еще что-то? Поешьте заранее, ребят. Поешьте рыбу и пойдем туда сразу. На лане, в принципе, все помнят, что делать. Я быстренько объясню. Сейчас совет простой. Так, на совет. Дед Мороз. Короче, я так думаю, спекнись в танка. Ну его нахуй. Ты, короче, потанчишь этого. Скажи мне. Валанара потанчишь центрального. Кельня я потанчу. Огнестойкий ты потанчишь того, который Талдаром. Вот. Дед Мороз тут, нет? Ага. Вот, я Келли потанчу, а то навык потеряем, блядь. Все, побежали. Все, квест запускаем. 30 минут. Блядь, что-то пиздец, долго в кашле. Может быть, подзадержимся еще, надо ебануть сегодня, чтобы не оставлять ничего. Да, похилишь там, посмотрим кого-нибудь с лишним. А до казни О, 30 хуяли. минут, это когда кончится? Типа, что нужно сделать, чтобы выполнить квест? Убить лану. Ладно, убить. Так, все, они запускаются. Вот центрального держит этот самый. Некий Леси там. Центрального Дед Мороз. Если второй будет Алдаром, то Геру дадим. Все, готовимся. Даю отчет. Как мало агро ЛПшка генерирует, блядь. Бомбу буду сейчас. Так, надеюсь, не килиси, блин. Слава богу, даем Геру. И в Талдара мы играем. Мало агру, конечно, мне. Все, подбегаем к Елесе, то бьем его. Ебанутые, блядь, шары нахуй. Прямо тут дамажит хорошенько. Не стой кого не прибить, подойди к нам сюда. Так, Дед Мороз, побудь пока на трэше. Если спулите, чтобы мы не стойки там не сдох. Ты пока сейчас шмотки, а я тут все на распу. Ботфорты, это надо тебе этот самый на хента? Ну. Перчи. Шальная. Я встану. Вот, ради этого надо. Ловешка, осколок есть, да?
Так, сейчас тебе лучше дам. Забирай. Пошли. Слав. А. А вот эти запы можно забрать? Просто у меня точно такие же по статам, только тут плюс броня. Какая разница? Пускай те у тебя будут кольчужные. Это боешка за косарь будет продам. Я не знаю, кстати, да. Сколько она стоит. Сколько? Мы же не на личе, на котором, допустим, фул кожа дает тебе доп статы. Кожаный паладин — это гачи-мученик? Не просто знаю, как пример привел. Я такие слова не знаю. Я стар, слишком стар для этого дерьма. Слава, у нас завтра что-нибудь есть по рейдам? Грюмхэм ТТГ по плану. Блин, я тогда пошел этим ДКшником, по-моему, там выпал пояс, который с чаркой я все хотел. Ну, это она как, не как ревностная, она просто отхиливает, когда 30% хп. Но я ее очень хотел себе на друида. Пиздец. Так расстроился. За ней год с лишним хожу, да? Может меньше, но... Красавчики туфеляют. Значит, квесты. Кнопочку защита от страха вытаскиваем на панельку. Готовимся на пули. Да, буду 5 секунд еще давать кинуть на себя защиту от страха. Это поможет вам диспелить рейд. Значит, Дед Мороз в ДД. Мы с огнестойки будем точить. На пулы на войда все. Стоишь просто рядом со мной, бьешь автоатака. Ничего больше не тыкаешь, не там. Да, я знаю. Ага. Значит, хилы. Не буду вам метки ставить. Станьте сами. И это самое. От хилов, ну вот от друидов, двух от шамана, от хэпала, от приста, отбегайте на этом. На взлетке. Значит, на первой взлетке будет. Будет моя незыбка. Будет я хиляю вас массакра. И будет, короче, гимн на хп от Шалины. Вот. На второй взлетке, если она будет, будет гимн на хп от Лучезары, по себе зубы и гимн на хп от Огнесоевского массакра. Ну и это защита от тьмы от Яхиляя. Вот. По укусам вы знаете, да, кто первый укус получит. Там кусайте по рекаунту, смотрите. Блять, какой у меня голос. Наушники снял. Вот, давайте, проверка. Ну, тут самое простое, тени выносить и с красными лучиками сбегаться в одну точку, чтобы они исчезли. Все готовы, дает что-то. Перестань эфир на себя повесить. Сейчас немножко поднаберу агро и отведу немножко. Так, укус 2 секунды. Так, укусил Дед Мороза. Дед Мороз, соответственно, Салина кусает. Ну или Казик, там смотри сам, кого хочешь. На взлетке, когда будете, максимальные сы выноси, я вот тут с укусом Модес побежал.
Миралиса, тебе надо будет сделать макрос на способности, которые ты спамишь, сделать, чтобы у тебя пронизывающий ветер, он без ГКД. Вот после этих теней, а нет, после следующих теней смотрим, секунду. Наршен, Наршан, Наршан побежал. Угу. Блять, хуёво центр ты залил, конечно. Тотем и трепета приготовьте. Или этот шаман, вторая пати, и Миралиса, и нахиловскую пати. Тотем и трепета приготовьте, пока время есть. После следующих теней, через 10 секунд, которые будут, через 7 секунд, будет фир. Поэтому готовьтесь. В третьей пати, вот, в принципе, там присты, лок, и, ну, два лока, в принципе, готовьтесь. В центр куда-то комнату бить, чтобы вас фир не загнал в лужу. Все, вот, дался фир. Диспелим людей, чтобы они в лужу не забежали. Дал мне зыбку. Нахиляю, приготовься. Прожимай масыку. Угу, все, захиливаем. Шалина, гимн на хп. Ага, пойдет. Ну, укусики передаем. В принципе, а, Нира, когда все равно вернут, ну ладно. 8 челика будет, уже убьют. Тени и секунды, да, смотрим. Лучезара. Отбегите. Ну, с рейд падаем. Ты, я тоже фоткаю. Мне два кадра на этом боссе. Да, она зависла. Если человек завис, вы готовьтесь, там будьте к этому готовы, потому что можно выжить. Можно отбежать. Ну так как все стояли просто в одном месте, как вкопанные. Такое бывает. Такое будет не раз. То есть возьмите себе это на память. Запомните. Масрез не давать, босс запулится. Бежим, покинули тело, все бежим. Ну что, мы сдохли прямо под ногами босса. Бежим. Чтобы такого не было, еще раз объясняю, это можно выжить. Может умереть только один человек, можно убить босса. Чтобы такого не было, вы должны все быть готовы на каждой тени. Любой может зависнуть. У человека вылетит комп, но мы можем убить. У человека вылетит комп, ничего страшного, он его включит. Вот. А то, что мы вайпнулись, мы потеряли время. Вот поэтому еще раз повторю. Вот. Этого можно избежать. И валик, не спульте. Сейчас вот вы бежите, там вальки летают. Спулите, будем бить вместо квеста. Валик. Имейте в виду. Смотрите, могут обратно полететь. Смотрите, посмотрите. Вот валька летит обратно, но надо ее не спулить. Не пятиться спиной. Спулите, я говорю, бить будем. Все, бьем валик. Пошли сюда все в центр. Все к валькам. Дамажим. Готовимся стан не дать. Или подтяжку. Дамажим. Это тоже, кстати, не хитрое дело, не спулить вальку. Надо либо бежать вокруг, если совсем не получается нихуя. Мы вам вторую принесем. Сейчас мы и вторую еще принесем, блядь. Готовьте стан по второй. Вот, уже все, уже не надо стан. Уже можно минус IQ давать. А что? Ну так вот, да. Вместо того, чтобы бить боссом, мы пьем мобов. Я люблю бить валик, в принципе. Они убиваются быстро. Каунтер интересный, видишь, можно притяжку дать в каст. Или стан. Но зато теперь, если мы выпанемся, мы будем свободненько бежать, да? Это же замечательно. Вы же понимаете, что это круто. Наверное, это было специально сделано для этого. Да, тем более репа. Видишь, насколько это было благородное действие. Это прям было... Я бы сказал, это задумка на будущее. Это задумка, да. Ну, пока да, так будем делать. Все, на прокачку рейда. Профитно. Все ради прогресса. Парафлитно это называется. Не профитно, а парафлитно. От слова рофл. Вафлитно. От слова вафли. Вафли это ты, это когда ты пельмени ловишь на профи. Да он во мне заспавнился, блядь. Блядь, что ты корёшь? У меня все проснутся сейчас. Он не заспавнился, это ты туда заспавнился, блядь.
У меня не было выбора. Сзади меня Короче, спину, еще раз, а потом... значит, тени, если человек вылетел, у него интернет, он никак не отбежит. То есть его нету компа, комп выключился, да? Готовьте, будьте готовы к этой хуйне всегда. И вообще, почему вы в жопе стоите, я не понимаю. Стойте на рендже. В жопе мы стоим в героике, чтобы ДПС не терять. В жопе стоят только милики. Хилы, вставайте на рендже. Если хил сдохнет в луже, ну, будет нормально. Вот поэтому стойте на рендже. Вот рыба, хаваем. А, там еще поставим, ну ладно, похуй. Так. Проверка бомб, блядь. Так, даю отсчет. Пристань себе антифир. Чего? Герайзон на взлетке или как? Пробел. Не. Спрашивает, на взлетке или когда? Скажу. Тени, секунду, смотрим. На ком. Угу. Оли, ты мне напомнил, блять, это, Оли Лукоя. То ли он вымышленный персонаж, то ли это писатель какой-то. Оля Лукоя. Лукоя. Кто знает, кто это такой. Тени 2 секунды. Привет. Не вылетел, надеюсь. Все нормально. Когда говоришь шутки уставшим голосом, они не звучат как шутки, да? Просто один разговариваешь, короче, и никто не вкуривает, наверное. Это вообще... Так у босс важный. Ты так сосредоточенный. Все поделили, да, Слава такой сильный. Да, вообще. Секунда, тени. Я каждый пиксель свой контролю. Нихуя. А вот тут тоже пельмени есть. Ты как ведьмак, который контролирует свой метаболизм, также контролируешь своего персона. Да. Ну, на профи что-то пошло не так, блядь. Отвлекли просто. Ну, на туре, блядь, комар в глаз залетел. После следующих теней, через 2 секунды, будет фир. Готовьтесь. Вот, шальная. Красавчик. Тучу сразу тыкай там. Антифир на тебе вроде должен быть. Так. Ну, блядь, как дела? Туча есть вообще у тебя на панели? Я понял, блядь. Потом напишешь отчет, почему ты сдох. Ну, в туче, конечно, потому что ты в тенях. А с них, чтобы выйти, нужен антифир, а ты его на себя не кинул, правильно я понимаю? Поднимаю. Нет, пускай подлежит. Зачем? Тени, секунду. Или... Давайте, в принципе, давайте Геро. Значит, на Шен ставь тотем, Шалина читай гимноману. И Зельда Иннер по на Шену по Рашами дай. Там хосты у него 1800, он хуярит. Укусы сейчас передайте дамагерам, только не хилам. Нормально будет. Ага. Там огонек в рейде, ребят, сместитесь вправо-лево. Да, возле босса у спины там огонек. Опа, нихуя, Казик от тебя не ожидал, что ты не сможешь укус передать. В чем проблема? Не ожидал. Нахуя мы тебе шлем собирали? Где мы стоим? Хуй знает где.
Вот для этого воду надо скачать тебе. Так ты тыкаешь, потому что в хуйню какую-то. Но убить этого вара под боссом. Да, было бы замечательно. Он сейчас просто весь рейд положит. Чё? Да ты, блядь, бегаешь? Иди сюда. Чё, вот смотрите, просто вар убил рейд. Просто, ну какие оправдания могут быть? Где вы стоите? Детский сад, нахуй. Ой, блядь, детский сад, блядь. Добиваем. Я тебе расскажу в красках, блядь, где ты проебался. Вот слушай внимательно. Когда укус получают люди, они на 10 секунд, через минуту, превращаются в вампира. Ну, полу такое состояние. Перед тем, как превратиться в вампира, 10 секунд дается, чтобы укусить другого. Вот. Когда они появляются, вот это промежуточное состояние, они кого-то должны укусить. И ты такой смотришь на них, вот такой ловикой вот в этом состоянии бегает, тоже ищет, ебать, кого же укусить, ебаный в рот. А ты его выбрал, думаешь, он без укуса, а дебаф не показывается, сука. Потому что у него, блядь, промежуточное это состояние. И ты на него тыкаешь, блядь, ебаный, где же ты стоишь-то, нахуй, подошел, ну не кусается, сука, я нажимал, ебаный в рот. Ты вот так будешь говорить, оправдываться. А он потом укусил, на нем дебаф появился укуса. И на том, кого он кусал, появился. Что нужно делать в таких ситуациях, братан? Я тебе расскажу. Нужно выбрать человека заранее, который не укушен. Вот. Если вдруг кто-то его вперед тебя укусил, ну, блядь, ну поменяй ты цель только на другого человека, который был не укушен. А чтобы посмотреть, кто был не укушен, надо посмотреть на фреймы рейда. Они должны быть посерединке экрана. Стандартные это фреймы рейда или вуду. Без разницы. Ты должен посмотреть и посмотреть, на ком есть укус. Ты этого не сделал. Ты подбежал, укусил хуй пойми кого. Дошел ты до него или нет, я вообще не знаю. И как, ну, братан, ну такого не должно быть, ты ШМ делаешь. Понял? Без всякой хуйни, просто это по факту. Такого не должно быть вообще, блядь, пучина падает, пиздец. Третий раз вижу. В обычке, в гере, и тут опять в обычке. На ретре, как говорят, хорошо. Без всяких обид, только, ну, не должно быть такой хуйни, вот как сейчас у Казика было. Я не увидел, а где вы стоите? Ну, ебаный рот. Что это такое? Тебе повезло просто. Не, я знаю, что ты красавчик. Такое у всех бывает. Даже я когда-то в вампира превращался. Но я тебе просто объяснил на будущее, что это очень важно. Ну, это, блядь. Просто когда ты не ошибаешься, или ошибаешься там раз в год, за этим идет просто успешные рейды идут. И контент проходится. Вот, а это такие недочеты надо исключать. Всем, всех касается вообще. То есть такое может быть с каждым. Че это, блядь, пучины никому не надо. На, хиля, вас будешь ретрика делать, блядь. Кто у меня там этого просил? Огнестойкий ты просил завоевателя, да? Кого? Че? Токен завоевателя, кто просил? Не. Пиво ты просил? А чё, для чего они нужны? Тетя. А пиво тебе на чё? Ну, зачем куплю? Да, давайте покатать. Зачем куплю? Вот надо, забирай. Просто они на ДС обмениваются, я обычно забираю их. Я не знаю, ну... Допустим, я тебе просто поверил, что ты апнешься 10. Только куда ты его, как ты будешь носить, не вообще без понятия. Сейчас мета это Т4, Dota 5. Т4 носишь. Что в ШП, что в хиле. 4 Т4. Нонсет в хиле идет голова грудак. Нонсет в ШП идет перчатки, либо штаны с ТТГ. Вот. Ой, понятно. Ты пока еще не заморачиваешься, поэтому. Тут самое тяжкое мое испытание.
Я хиляю вас, не тебя, блин. Мне кажется, что-то мне подсказывает, Дед Мороз, что тебе придется потанчить Вальку, а мне с ними полетать, блядь, в порталах, чтобы, блядь. Ты летал в порталах, я хиляю вас? Да, сколько, 3 раза уже. Ну. Я переживаю, что. В обычке оно не бьет, блядь. Вроде не должно быть проблем. Че не бьет? Порталы не бьют. Что даже разницу не знаешь, там гири они дамаг наносят, чем больше здесь порталов. Нет, здесь можно стакать сколько угодно. Там обычки не носят. Ну, блядь, понятно. Короче, пошлем с ним Элию и шамана еще. Друид до себя поднял. Ну, лучше шамана. Элию и шамана. Быстрее будет. Короче, не подходите сюда, милики, ради вашего же спасения. Потому что это будет очень хуево. Ну дайте стан охотницы. Станами и притяжками сбивается вихрист. Что у тебя есть все это дело? Можете смотреть. Сбивать. Тут бурсты, крылья, не жалейте на эту дуру. На ней щитка нету. Ее можно убить до того, как на щиток повешен. И кстати говоря, туда, где дверь сейчас открыта, туда не заходите никто. А то запустить собой и придется вайпаться. Это время много пройдет. Ладно, тогда будет ДД, Дед Мороз. Вальку, Вальку быстрее набираем, а потом мобов. Угу. Давайте их сюда. Кто с вас троих, шаман, Эли или Пал? Кто будет путеводной звездой? Кидай у меня метку. Ты будешь, хорошо. Вот. Значит, вы летаете за звездой. Вот куда звезда, туда и вы летаете. Трое. Двое. Трое. Серега, давай против часовой. Ну, часовой наоборот. Ну, как обычно. Так. Да. Давай, Дед Мороз, короче, кто там огнестойкий, ты справа. Смотри, вот танкспот. Мы не танчим там, где они выходят, вот примерно вот, чтобы до нас доставали хилы, потому что там ржа у них ограничена. Вот. Ты в кружке, я в звезде. Все. Проверка на хилов. Я хиляю, давай, ауру коня. Казик, дракон. Все, пофиг, пошли, короче. А что мне это вот призывать краба или как? Да похуй. Не гера все-таки. Так сойдет. Вон подавление пошло. Мобы. Жирные. Огнестойкого. На огнестойкий! Ты в кружке! Братан! С другой стороны! Так я в кружке, это. А, я что-то смотрю, на резель жирный смотрю. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой.
Заходи. Так. Suppressors spawned. Черепок, блин. Заходим. Я пока не могу использовать эту Suppressors spawned. Берегитесь. Черепок что не убили? После подавления приоритет идет этому черепку, потом ледяному магу, потом зомби в конце просто. Толстый, потом подавление у нас идет, вон он, пацан. Свечка справа. Respond. Свечка справа. Был и остаемся. Там 10%. Один каст. Я излечилась. Даже зря, наверное, Бэйл сказал. До синдром конец.
кстати говоря, квест не знал, что ли? Не знал. Что-то не помню. О, плащ хороший. Угу. Так. Вот аддоны не стоят, напомню, и ПГП вот мастер, чтобы смотреть, что у вас там как. Лучезары, Грут, Шалины, Миралисы, Паривита и Лола. Ставьте аддон. А то шмот мимо будет лететь. Он тут в Дискорде же есть, да, я прав? Вроде должен быть. Ну ладно, я так найду. Шальная тетя. Порадуйся хотя бы этому. Так, на танка. Рядом какие кольца. Может пригодится. Так, ну-ка. Ай, квест не знал, пойду сдам. Это, спуститесь вниз, там шкаф и ебаните, внизу смоните. Вниз. Только не перебегайте комнату на ту сторону, это параша полная. В комнату не заходите, там шкаф дайте и смоните. Сейчас быстренько квест сдам. Так, а что ты мне кольцо отдал? У меня лучше кольцо. Вроде никому не надо. Если кому-то надо, спросить, то может будет собирать спик. Так, ага. Так, Муханды тоже пошли в центр комнаты. Тут самое основное. Тут самое основное заполодино, это когда жуки в центр разбегаются примерно, но еще не добежали. Давайте этот. Туда не надо бежать. Куда ты побежал? Дракон обратно, в центр. Мы там не бьем. А как вообще этот аддон настроить? Ну, я его еще тогда скачал, закинул в папку. Там надо настраивать. Ну просто он у меня есть, в папке валяется. Ты у кого? Ну, привет. Не знаю. Надо видеть, как там у тебя еще. Может, я не в ту папку кинул, не знаю, какую надо было. Может быть, интерфейс аддон. Интерфейс аддон. Вот, вставайте вот сюда. В черепок. Вроде как сейчас будут эти 6 мобов. Я слева ловлю, не стойки справа. Мобов сводим в центр, где мобы это стоят. А вот и после этих мелких пойдут мобы. Сейчас их залем. Так, а перезайти надо будет, да? Да пока потом уже перезайдешь. Так, вот мобы идут. Встаньте в черепок, все сходят. Плащ ушел, да. А чё там ушел? Шальном. Если чё, он не мой кореш.
Все, возвращайтесь в центр. Еще вроде пачка мелких и все.